туча на горе, короче, не ушла. Она наоборот, он там спустилась. Так что, ну, даже видно, что она серая и дождливая. Так что иду сейчас вот по утреннему городу. Тайцы вот тут все подстригают. Потому что завтра начинается большой праздник. Лой Кротонг, вот он 3 дня будет. А официальная прям совсем 22-го. Но уже завтра уже начнутся первые мероприятия. А вообще, на самом деле, они начнутся уже сегодня вечером в 6 часов. Вот. Но город готовится. Я, короче, дошла до старого города за 10 минут от своего, до угла, от своего отеля. Я в итоге сегодня решила дойти до Ватлок Молли, посмотреть, может быть, здесь что-нибудь и... А вот, да, фонарики уже вовсю висят. Клево, да? Да. Вот как в любом тайском, в принципе, храме, можно еще вешать вот такие вот штуки. Листики вот такие вот. Пожелания тоже. Смотрите, здесь золотое, а тут вот серебряные тоже. А здесь серебряные. Красиво, но китайцы, как всегда, все портят. Вот, тут можно купить фонарик. Непонятно. 30. Что значит 39? 39 бат, что ли, стоит. Тут же вот подписать и подвесить. Если росточку хватит. И это тоже 39. Непонятно. Непонятно. О, смотрите, что написано. Не садитесь, здесь сверху падают кокосы. О, какие здоровые фонари. Похожи на гранаты. Смотрите, какие фонари похожи. Похожи на гранаты, да, они такие. Ой, ой, как круто. Вот это вообще крутяк. Класс. Класс. Сейчас я все-таки разберусь, сколько стоит фонарик. И раз у меня просили... А, вон они, кокосы. Вон они наверху. Раз у меня просили подписчики за них повесить, я это реально сделаю. И вот тут еще, смотрите, есть такая тема. Наливаешь воду в дракончика. Вот такой дракончик есть. В него наливаешь воду. И вон туда наверх надо его дотянуть, и он должен палить пагоду. Тоже такое исполнение желания. Короче, взяла вот такой вот самый красивый оранжевый фонарик, похож на гранат. И сейчас я на нем напишу пожелания тех, кто просил. Те, кто у меня что просил, и вот я буду Дедом Морозом. Вот такой прям впечатляет. Вот я его... Он не очень большой, этот храм. Вот я его сейчас очень быстро обошла по кругу. Хочу сейчас внутрь куда-нибудь пойти, зайти. И вот это вот настоящее денежное дерево. Так вот берешь и даришь монахам. А старый город, вот этот вот квадрат, отделяет вот такой вот ров. А в Санкран, Новый год тайский, когда они все обливаются водой, все черпают воду вот из этого же, ну не знаю, рва, купаются здесь, ну то есть, а сейчас вот такие вот фонарики здесь висят везде.
И да, в Сонгкранг здесь тоже, вот здесь вот вокруг этого, ну просто вокруг старого города люди катаются. И, короче, из машин друг друга обливают. Просто безостановочно останавливаются набрать воду, и все. И просто обливаются бесконечно. О, прикольно. Кеды красные и зеленые. Очень приятно в храме. Не так слышно шум дороги, при этом никого. И сидит монах, поет мантры. Не знаю даже, идти мне в монастырь или нет. Вообще, здесь такое количество храмов, что можно, ну, целыми днями ходить из одного в другой. Вот я, знаете, культура так утомляет. Я зашла поесть в местную кафешку. Сейчас посмотрим, что это такое вообще. Палочки. Оп. Ну, вообще это лапша. Лапша с курицей. Вот. И сок лонгана. Ну, попробуем. Боже, как это остро. Охренеть. Я и так сейчас мокрая уже. А буду еще мокрее. А это что такое? Картошка, что ли, какая-то? И чики. Что, буду честный? А то есть меня чуть только за... Угу. Thank you. То как-то мне что-то не то чтобы не обсчитались, а чуть бы я бесплатно не поела. Вот такая вот миленькая кафешечка, которая работает всего лишь 4 часа с 10 до 2. С 10 до 2. И нет мест, как видите. Люди приходят, а мест нет. Что-то я чувствую, мне пора бы уже свернуть куда-то внутрь, на какую-нибудь улочку. Так сказать, окунуться в воспоминания прошлого. Все-таки я когда жила, 5 лет назад я жила вот здесь, в квадрате. Это было круто. Вот этот дядька здесь уже снимает ту его кучу времени детали. И я с ним согласна. Мне очень нравятся тайские пагоды. Они очень клевые. А здесь еще все прям золотишко такое. Блестит все на солнце. Ну и вообще прям красиво. Смотрите, какие-то фонари какие держат дракончики. Конечно, да, тут бы таким прям объективом вот поснимать каждую детальку. Но ну зачем? Ступа посередине тоже украшена чем-то. Красивый монастырь, да. Дойсутеп, наверное, тоже. Но там тучи так и не прояснились. Так что хорошо, что сегодня сюда туда не пошла. В ясную погоду туда поеду. Ну вот, смотрите, как здесь здорово. Да, такая ступа. Я надеюсь, широкого угла хватает, чтобы... Все можно было окинуть взором. Ой, собачку прошла, не заметила. Ути! А могла бы наступить. Прячется бедняги в жару, в тенечке.
В бубен можно ударить еще. А вот смотрите, наверх нельзя залезать. А то знаю, есть любители. Что-то все закрыто. Даже непонятно, можно ли куда-то заходить. Тут замок. Замок висит. Нельзя сюда. Что-то все закрыто здесь. А, колокольчики где-то, видимо, сами звенят наверху. Да. Да, вон они звенят, колокольчики наверху. Ну что, пойду дальше гулять. Вот это, как вы видите, остатки, ну, древней стены, которая здесь была вокруг. Здесь несколько ворот, и вот кладка кое-где есть прям, ну, на протяжении всего квадрата. А кое-где вот она только, ну, вот таким небольшим куском сохранилась, и вот ворота. Сейчас мы к ним подойдем. Я выйду за периметр. Я видела там еще один 7-Eleven. Может быть, там будет туристическая симка. Посмотрим. Вот, смотрите, здесь какая пирамида из фонариков. Прикольно. Ну и вот, видите, вот они эти ворота. Чангпуак. Чангфуак гейт. Вот они. Ну, традиционная вот эта штука сверху. Много где. Сейчас, кстати говоря, здесь 2561 год. 2561 год. Привет вам из будущего. Вот я пришла на площадь. Называется площадь, ну, монумент трех королей здесь. И здесь будет вечером представление. По фотографиям это выглядит просто нереально красиво. Много женщин с цветами. Со свечами. Не знаю, что будет. Я сюда приду к 6 часам. Уже будет темно. Это уже будет в темноте. Видимо, как подсвечиваться будет. Вот здесь уже что-то закрыто. В общем, здесь будет начало уже праздника. Вот Лой Кротонг, и который, забываю, вот второй. Сейчас внизу напишу, как название второго праздника, который с этих фонариков как раз. Красиво. Здесь, наверное, будут приглашенные гости. Видите, даже пронумерованы стульчики. Главное не проспать. Говорится, сравните. Сравните, сколько здесь народу и сколько было в том, в котором я сегодня была. Никого. И вот это вот в квадрате туристическом. Пыльненько и грязненько на ногах. Вот за это я люблю этот храм. Такая штука есть в Бангкоке, где я лежачий Будда. Берешь монетки и нужно бросить в каждую чашу. Монетки можно взять, ну, где-то здесь разменять, можно купить. Вот, за донейшн берешь кучу монеток и, короче, бросаешь в каждую чашку.